А в самом центре затеяли какое-то благоустройство. Вот на Манежный сейчас шел точно так же огорожен переход. И здесь вот на Пушкинской. А срок мне уже очень большой. Третий квартал 2018 года. Это чего себе. Ну а что внутри? Ну загляну через щелочек. Так вот жили мы, жили, и оказывается, что все закрыто. А на той стороне, кстати, тоже. Я, в принципе, я, конечно, мог просто поднять. Ничего там особо интересного нет. Вот такие дела. Так что, если поедете сюда, то имейте в виду.